Павел Павлович Лобанов, января 1902 года, Дёр, Старо-Дмитровский район, Московская губерния, 13 августа 1984 года, Москва, советский государственный и хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 4-5, от 7 до 9 созывов, член ЦРК ВКП, кандидат в члены ЦК КПСС, академик Восхенель, доктор экономических наук, герой социалистического труда, биография, родился в крестьянском семье, окончил агрономический факультет Московской сельскохозяйственной академии МКА Тимирязева, 1925, агроном Шаховского участка Волоколамского уезда Московской области, 1925-1926, служба в РККА, 1926-1927, агроном по хлебной инспекции Елеватора Московско-Казанской железной дороги, 1927-1930, агроном Костромского уездного и окружного земельного управления, 1930-1931, технический директор совхоза Завета Ильича, Ивановская область, 1931-1936, аспирант Всесоюзного НИИ совхозов, 1936-1937, завкафедры Московского института землеустройства, 1937, директор Воронежского сельскохозяйственного института, 1937-1938, заместитель народного комиссара земледелия РСФСР, 1938, народный комиссар земледелия РСФСР, 1938-1946, народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов СССР, 1946-1953, заместитель, первый заместитель министра сельского хозяйства СССР, 1953, первый заместитель министра сельского хозяйства и заготовок СССР, 1953-1955, первый заместитель председателя Совмина РСФСР и министр сельского хозяйства и заготовок РСФСР, 1955-1956, заместитель председателя Совмина СССР, 1956-1961, президент Восхенель, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, 1961-1965, заместитель председателя Госплана СССР, 1965-1978, президент Восхенель, с 1978 года, персональный пенсионер, похоронен в Г. Дмитрове. Награды: Герой социалистического труда, два ордена Ленина, Орден Октябрьской революции, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народа.